Майкл Кейн стал легендой. Такой титул знаменитому актеру вручил журнал GQ. Церемония прошла в Лондоне. На торжественный прием собрались многие звезды, среди которых были Элтон Джон и Стелла Маккартни, дочь известного Битла Пола Маккартни. Премию Майклу Кейну вручил его коллега по актерскому цеху Марк Стронг. Кстати, у 83-летнего Кейна, который снялся в сотне фильмов, есть уже 2 «Оскара» и 3 «Золотых глобуса». Но вот титул «Легенда» он получил впервые. I've never been a legend before. Меня никогда раньше не называли легендой. И вот 45 секунд назад я ей стал. Это короткий срок, и я еще не знаю, как мне теперь вести себя. Поэтому сейчас я поеду домой, возьму планшет и посмотрю, в каких клубах собираются легенды, чтобы не чувствовать себя одиноким.